Друзья, всем привет из солнечного, жаркого Каменска-Шахтинского. Наконец-то первый день у нас наступил моего отпуска. Жара стоит, лето. У нас первая неделя августа, выходные дни. Ну, короче, отпуск начался. Погода отличная. Сейчас с вами вместе поедем купаться. Заедем на наш ставок. Потом на Глубочку съездим и съездим на городской пляж в Каменске-Шахтинском. Друзья, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Ну и надеюсь, вам понравится мое путешествие. Итак, выдвигаемся. Камеру закрепил сегодня на руле я. Пока также GoPro, друзья, по-старому. Микрофончик встроенный. Пробовал подключать микрофончик я. Внешний то работает, то не работает через адаптер. Короче, я забил на это дело. Сейчас ее чуть повыше поставил. На руле единственное, конечно, может сейчас она перегреваться. Сегодня жарко у нас, 36 градусов. Кстати, гляньте, бурчал я, бурчал. Начали, наконец, у нас здесь вроде дорогу ремонтировать, но пока... только ободрали все. Ну, не знаю. В самом Каменске тоже вот такое ободранное стояло потом год. Надеюсь, что все-таки здесь побыстрее это дело сделают. Но, по крайней мере, здесь были местами жесткие ямы. Сейчас они, по крайней мере, сравняли. И рамы не такие большие. Ямы, вернее, не такие большие. Заговариваюсь. Кстати, можно в фонтане искупаться, но, правда, по шее можно получить. Сейчас заедем на фонтанчик. Кстати, блин, я в день ВДВ не посмотрел, не купался, у нас здесь никто. Были замечены утром, когда ехал на работу, 2 августа, были замечены сюда движения. Ну, в эту сторону, но, скорее всего, они, наверное, шли на ставок, куда мы сейчас и поедем, собственно говоря. Купаться здесь, видите, местами тенечек, вода шумит, ой, свежо, хорошо. Да, жара прямо капитальная, во вторник вообще 38 обещают. Так, друзья, кстати, пока в Каменске, хочу сказать всем, что я собираюсь в Луганск во вторник или в среду, не знаю, или в понедельник, ну, короче, в какой-то день. Мне просто посылки должны поприходить. Еду в Луганск, правда, на несколько дней, потому что... Так, телефон тут пытается звонить. Так, друзья мои, произошла вынужденная остановка, прошу прощения. Мама с бабушкой в Луганск в отпуск поехали, звонили, что сели на автобус. Автобус на час опоздал. Автобус, получается, сейчас один каждый день ходит регулярно. Это, получается... Ростов-Старобельск или Старобельск-Ростов, ну, смотря в какую сторону ехать. В общем, друзья, на чем я остановился? Я тоже буду выдвигаться в Луганск, либо понедельник, либо вторник, скорее всего. Посылочки тут должны прийти, я их получу и буду выдвигаться. Тоже, но, правда, в пятницу уже надо быть здесь назад, потому что в субботу есть дела. Поэтому вот на 3-4 дня буду в Луганске и постараюсь поснимать. Так что... пишите в комментариях, куда бы вы хотели, чтобы я съездил по городу. Я тогда как-то постараюсь построить маршрут и заехать во все места, которые вы, так сказать, попросите. Вот, ну а мы дальше едем, друзья. Жарища стоит, конечно, капитальная. Велокомпьютер показывает 32, но на самом деле, я думаю, что поболее. Сегодня обещали 35 или 36. Сейчас будем разгоняться. Тут вон ремонт идет. Удит. Проезжаем Трояна. Мы здесь много лет сверху прожили. Так что я остался один на хозяйстве. Буду отдыхать. Может, еще успею на рыбалочку съездить. Посмотрим. Но это если поеду, скорее всего... воскресенье на понедельник. Ну или может воскресенье днем, посмотрим. Сейчас уже в принципе август. Сейчас рыба должна и утром, и днем, и под вечер ловиться, и ночью. Погода вроде стабилизировалась, давление нормальное, так что рыбка должна быть. О, здесь у нас, гляньте, прокладывают, видимо, новый
трубопровод, я смотрю. Да, ну конечно жарко сейчас пипец. Так, проезжаем верхнюю часть уже тут поселочка мы. Здесь у нас неплохие домики. Асфальт там дальше впереди М4 и Орешник. Ну вон издалека видны белые палочки. Там так и идет засадка, посадка и так далее. Орешника. Ну пока только все в процессе еще. Здесь вот березочки красивые. Здесь сейчас грунтовая дорога, а дальше пойдут поля. В этом году все лето идут обильные дожди. И видите, как зелень разрослась. Сухая трава есть, но умеренно, так сказать. Ну, потому что жары, друзья, в этом году 2-3 дня и ливень. 2-3 дня и ливень. Да и вот, 36-38, это, наверное, такая вот жара практически первый раз. Несколько дней было, что так 34-33 было. Так, короче, дождливое лето. Вот, выезжаем с вами в поле. Вон, видите, уже таксисты курсируют, возят людей купаться. А может, и сами таксисты ездят купаться, не знаю. Но водичка вообще должна быть здесь уже сейчас прохладненькая. Все-таки 2 августа уже прошло. Илья пописал, поэтому вода должна быть прохладная. Гляньте, какие красивые поля впереди. И, кстати, небольшой ветерок сегодня обдувает. Слушайте, ну какие красивые. Это, наверное, подсолнечник. Вообще класс. А здесь вот уже, видите, что-то убрали. Здесь, смотрю, неплохо так укатали дорогу сейчас. Небольшие облачка сегодня присутствуют. Ну и мы сейчас уже спускаемся к ставу нашему. Сейчас вот один поворот, и тут за кустами уже начинается наш ставок. Благо, что почистили роднички, и водички в нем поднабралось. И вода, кстати, чище, чем в Северском Донце. Ну, я думаю, что для многих это не сюрприз. О, уже запахло водичкой. Ну и плюс дожди в этом году помогают. Ну, за мной, кстати, тоже машина едет. Видимо, едут купаться. Да, говорят, раньше здесь воды было еще больше. Вот она, вот это все, где мы сейчас едем, было затоплено. Это мы, по сути, едем по дамбе. Тогда-то давно здесь бежал ручеек, а потом, ну, еще в советское время его перекопали, так сказать. Сделали дамбу и сделали для полива угодий водоем. Уже слышно, как детишки купаются. Подъезжаем, люди есть. Но здесь единственный недостаток, тенька не так много. Но холодная водичка охлаждает. Даже рыбку ловят. Сейчас пойдем тоже искупнемся. Как хорошо. Ира, подожди мне за нос. Ира, Ира. Воду намутили. И так водичка вроде чистенькая. На хлебушек. Ну, какая рыбка у нас на ставке тут варится. Карасики. А красноперки нету? Нет, а что-то не понятно. Ну было, а тут есть вообще. Говорят, и сазанчик есть. Есть. Ну, сазан. Если водичка будет, то и рыбка, да, будет. Так, да, ладно, пойдем купаться. Вам ни хвоста, ни чешуи. И чтоб сазаны вот такие большие. По несколько килограмм. Так, а мы идем купаться. Видели? Карасики небольшие ловятся, красноперки нету. Ну, идем водичку. Велик он припарковал, на песке не стоит. Так, оп. О, хорошо. Привет. Какая вода классная. Это начинающий блин. О, хорошо. Хорошо, что камера не...
не пропускает воду. Можно с ней купаться. Она вода не принесла, да? Ага. Так. Ну что, друзья, будем нырять? Ох, детки, как кричат. Вода немножко мутноватая, но ничего. Но водичка хорошая. Вот видите, рыбачки стоят. Куда мы подходили, рыбку ловят. И много-много людей. Ну, этот ставок нас, конечно, выручает. А вода сверху, вы знаете, тепленькая. А снизу прям холодненько-холодненько. Но здесь, кстати, довольно-таки глубоко. Я здесь уже с головой. Ну, мы сейчас немножко еще поплаваем и будем на Лёческую выдвигаться с вами. Камеру как раз студим. Ой, хорошо. Даже здесь вот не стою на ногах. Так, ну что, дорогие мои, покидаем наш чудесный ставок, наш чудесный пляж и выдвигаемся дальше на реку глубокую. Сейчас поедем опять полями. Выдвигаемся на Лёческую, так называется. Выехали на горку. Гляньте, здесь какой красивый вид. С той стороны, видите, уже убранные поля. А внизу долина, видите, там тоже вот с той стороны горка. И там тоже на горе, и за горой там сельхозугодие. Поля, поля, поля. А здесь вот по левую сторону, видите, подсолнечник все идет. Подсолнечник, подсолнечник. А вон внизу, кстати, вот промзона, о которой я говорил. Вон, видите, что-то типа асфальтобетонного заводика. Ну, он вроде как-то работает, не знаю, но к себе, видите, дорогу они не могут сделать. Она им, видимо, и не нужна грузовикам особо. А вот мясокомбинат здесь по прямой он не работает. Обидно, конечно. А вот и заброшенное здание мясокомбината. Ну, это вообще обширная вот эта территория идет вокруг. Проходная у них где-то там дальше была. Ну, вот он последние 10 лет в полном запустении. До этого что-то еще пыталось как-то работать. В общем, все тут очень странно. Проезжаем мимо его любимого завода. Все в отпуске отдыхают, только охрана, наверное, работает. Видите, как фуры здесь подразбили дорогу. Но скоро будут ремонтировать. Выехали мы на дорогу, которая идет к глубокому. Ну или глубочки, как местные называют. А вон вдалеке, видите, виднеется пешеходный переход. Вот там как раз будет поворот на то место, куда мы едем купаться. В левую сторону, туда под горой, внизу там течет река глубокая. И тоже, видите, подсолнечник желтеет вдалеке. Ветерок, конечно, здесь на трассе задувает, такой прям приличный. Но он просто, видимо, еще и встречный. Он кто-то тоже, видимо, купаться поехал, а вот кто-то вот уже покупались. Тут вроде пляжик сделали какой-то, но сейчас поедем. Посмотрим. Дорога здесь такая. Дождик пройдет, и грязюка прям хорошая. Да, прям вон едут все с купания. Ну, посмотрим, посмотрим, что тут получилось. Я здесь давненько не был, наверное, с весны. Подъезжаем мы к пляжику, там вон еще машины стоят. Конечно, вокруг
куча бурьяна цветет. Аллергикам, конечно, будет тяжело, но у нас, слава богу, аллергии нет. Ой, гляньте, сколько прям машин, зонтик стоит. Тут прям расчистили так капитально. Ого-го-го-го, сколько людей. Я здесь столько людей давненько не видел. Вернее, наверное, вообще никогда. Даже лавочки поставили, импровизированный пляжик. Ничего себе. Так, ну что, идем купаться. Сейчас возьмем камеру, будем с камерой нырять. О, побежали. Ух, хорошо. Здесь, конечно, не так глубоко, но все равно хорошо, водичка уже чистенькая. Только травка плавает. Местами прыгают и волны идут, и ряски намешали. Ну, здесь мне вот не глубоко идти. Я насколько уже отошел от берега, я, в принципе, стою мне по шею. Давайте нырять. Здесь вода, мне кажется, немножко более прозрачная, но само по себе здесь как-то более темная. Вот здесь мне уже посередине за головой. Вот так вот пляж из воды. Хорошо. Но вода еще пока не холодная. Ну, видимо, потому что просто еще тепло. В прошлом году вот был перепад какой-то это время. И прям вода стала ледяная. Ну, август был холодный. А в этом году, видите, жара, поэтому водичка теплая. Здесь и рыбка тоже есть кое-какая. Но я здесь давненько не ловил. Так, ну что, друзья, будем выбираться, ехать в сторону города. Еще надо там покупаться. Тем временем мы приехали в старую станицу, вот поворот из Красновки. Кому интересно, Красновка была в прошлом видео. А вот и старая станица. В станицу мы сегодня не поедем, в парк Лога тоже не поедем. Но на канале есть много видео из парка Лога и старой станицы. Бывал я там разное время года и в разных местах. Да, мы сейчас тут объездная такая, на платный понтон идет. И также, в принципе, тут станичный пляж с одной стороны. Но тут их несколько.
есть как бы основные такие побольше, и есть маленькие местные. Сейчас мы заедем на более крупный станичный и на городской основной. А здесь положили вот новый асфальт на платный понтон. Ну и в принципе сюда тоже на пляжах. Ну понтон можно пешим бесплатно переходить. Ну и на велосипеде тоже. Остальное все платно. Так, а сейчас вот здесь вот будет поворот на пляж. Здесь, конечно, обычно лужи стоят, но видите, сейчас пока тепленько и они повысыхали. А так тут по весне прям хорошо так. Ну, единственное, что здесь, видите, песочек, не чернозем, поэтому сильной грязи нет. Ну, ямки такие довольно-таки здесь глубокие. Не знаю, что они тут нагреют или не проедут, не выровняют. Не на каждой тут машине проедешь, конечно. Ну, тут, по-моему, есть еще левее дорога, правее, может, там где-то чуть получше. Ну, на отечественном автопроме можно проехать, конечно. Хотя, вон, видите, и Митсубиси стоит. Тут, кстати, и рыболовные места. Вон Каменск с другой стороны виднеется. Уже, ну и люди, вон, видите, много уже здесь машин. Конечно, здесь уже побольше, чем у нас на микрорайоне, на Люческой. Ну, здесь небольшой пляжик тоже. Сейчас мы спустимся. А вот напротив, видите, городской. Там прям людей много-много. Так, ну мы, наверное, здесь уже купаться не будем. Поехали, друзья, сразу на ту сторону. Здесь он маленький. Намутили. Мы поедем сейчас с вами на городской. Вернулись мы дорогу. И вот сейчас уже вот подъезжаем по понтону. Проезд 50, 70, 80 рублей в зависимости от грузоподъемности вашей машины. Ну, короче, мотоцикл 50 рублей до 1,5 тонны. Получается 60-70. Ну, тут сейчас не так много людей. Вот когда моста городского не было, тогда был писец. А сейчас, в принципе, благодаря тому, что мост открыли, конечно, сюда только едут. Ну, муниципальным каким-то бесплатно. А так, кто, кому прямо вот сюда, на набережную куда-то надо ехать, чтобы не объезжать, народ ездит. Ну и мажорчики всякие. А мы на халяву едем. Здесь у нас мостик для прохода лодок. А дальше вот сам понтон. Здесь насыпь идет, видите, такая. По левой вот тут вот так вот обход идет. В стороне. Воды много. Видите, он практически не просевший. Прям высоко-высоко. Воды много в этом году. Дожди. Поэтому... Бывает, его изредка разводят, когда какие-то баржи что-нибудь идут. Но в основном на верхний шлюз для ремонта. Так особо тут никто не ходит ни под парусом, ни так. А моторки проходят вот поэтому под этим маленьким мостиком, по которому мы ехали с вами. Ну вот мы и в Каменске, Шахтинска. Тут ремонт набережной идет, а вот и Северский Донец широкий. Здесь что-то прям капитальный ремонт затеяли, все перерыли. Не знаю, до осени закончат или нет. Вот все буду делать и набережную, и, видать, вдоль набережной что-то, но пока затея непонятна. Да, ну, может, где-то план есть, конечно, посмотреть можно. Мы уже почти приехали на городской пляж. Много машин стоит на парковке. Так, не знаю, через песок мы тут проедем или нет. Ух! Сколько здесь людей. О-о-о-о.
Ну тут прям народу капитально. Ну, реально городской пляж. Решил я тут еще немножко вокруг прокатиться, и потом пойдем с вами купаться. Сейчас, наверное, поедем в ту дальнюю часть пляжа, как раз чтобы солнце было против, там будем купаться. Так неплохо здесь сделали. Плиточку положили, видите, и навесы сделали. Кабинки стоят. Ну, в общем, неплохо, неплохо. Идите, идите, не будьте. Вон, даже, видите, вдалеке футбольные ворота. Ну, что-то я ни разу не видел, чтобы здесь кто-то играл. Так, ну мы здесь, я не знаю, наверное, не проедем. Тоже вон деревца новые посадили. Ну, короче, потихонечку здесь облагораживают все. Ух ты, здесь даже какие-то старые бордюры. Здесь когда-то что-то было. Видимо, давно-давно. А сейчас, видите, заросшее футбольное поле с ямами. Да, давно здесь никто не играл. Мы сейчас будем пробираться. Объезжаю, чтоб не по песку. Сейчас придется спешиваться, так как начнет буксовать наш коник. Хотя нет, практически мы до воды доехали. Вон здесь вышка, видите, и спасатели дежурят. Молодцы. Пробираемся сквозь дебри. Ой, хорошо. Припарковал велосипед прямо возле берега. Ну что, идем купаться. Забрал я камеру. Идем купаться с камерой. Ну, здесь, конечно, детей много, поэтому воду сильно мутят. Поэтому здесь, чтобы купаться, надо отплыть подальше. Ну, видите, в этом году из-за того, что жара не такая сильная, очень много травы, конечно. Ну, а так много купается вода. Здесь, конечно, самая теплая. По сравнению вот с другими водоемами, где мы с вами сегодня были. Но чтобы здесь более-менее чистая вода была, надо подальше отходить от берега. Но все равно хорошо. Но воду лучше не пить, конечно. А вот на той стороне станичный пляж, на котором мы только что были. Заезжали. Вон, кстати, видите, буйки стоят. Чтоб не заплывали. Ну, здесь на самом деле, видите, здесь не глубоко, то есть по грудь. Ну, здесь как-то местами. А сейчас вот опять ямка пошла. Ну, то есть как-то вот так. Видите, дальше вон понтон виднеется. Ну, тут много разных пляжиков, много мест, где купаться можно. Поэтому не обязательно прямо здесь со всеми купаться. Ну, а, конечно, здесь много озер. И в озерах, конечно, водичка почище и попрохладней. Оп!
Вот такой вот вид из воды. Видите, сколько купающихся здесь. Сейчас на спине поплывем к берегу. Фух, хорошо. Удачный первый день отпуска. Не на морях, но тем не менее. Так, ну что, друзья, надо уже, наверное, домой потихоньку двигать. Дома еще дела есть, надо и поработать немножко. Ну а так, в принципе, вот так вот у нас здесь летом отдыхают, купаются. Есть, конечно, преимущества у городов, которые находятся на водоемах. Ну, в принципе, видите, вот такая жара полноценная только началась. А так дождиков у нас много было. Ладно, друзья, будем с вами на сегодня прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите обязательно ваши комментарии побольше. Всем отвечу обязательно. Ну и пишите, что бы вы хотели бы увидеть в Луганске. Потому что на следующей неделе выдвигаюсь в Луганск. И несколько дней там постараюсь покататься утром-вечером, поснимать. Не знаю, может даже в область куда-нибудь, может в станицу. Может на Ольховку куда-нибудь туда съездим подальше. Но, конечно, основное по городу. Потому что за город поездки все-таки много будет занимать времени. Ну все, друзья, до новых встреч. Всем крепкого здоровья. Пока-пока.